как быстро приезжает пожарная машина для тушения пожара. Всем привет! Это Панама, Панама Сити. Сегодня покажу вам, сколько машин пожарной охраны выезжает по вызову на пожар. На видео мы видим, как оперативно прибыли бригады пожарной службы. Это две пожарные машины, две пожарные техники, техника с лестницы, техника с цистерны воды, одна машина скорой помощи и дежурная смена на красном пикапе. А пожарные прибыли по телефонному звонку из ресторана Gelato & Co., который находится в офисном центре Downtown 55 в Панама-Сити. По данному вызову также приехали полицейский пикап и патрульные полицейские на двух мотоциклах. Прибытие спасателей составило 4 минуты с момента вызова по номеру 103. После прибытия в ресторан Gelato & Co. спасатели развернули пожарные рукава и начали тушение пожара. В связи с небольшим возгоранием ресторана, старшим смены пожарной охраны было принято решение отпустить две пожарные техники для дежурства в городе. Тушение происходило двумя пожарными бригадами спасателей. Чрезвычайная ситуация, в которых участвуют спасатели пожарной службы Республики Панама, это все виды пожаров, а также дорожные аварии, авиакатастрофы, наводнения, разливы топлива и многие другие ситуации. Служба предотвращает пожары в республике и проводит расследование возникновения пожаров, также оказывает догоспитальную медицинскую помощь. Патрульный полицейский установил ограничители, закрыл проезд для автомобилей в месте тушения пожара по улице Даунтаун 55 Панама-Сити. После тушения ресторана старший смены отпустил вторую пожарную машину на городское дежурство. Медицинская помощь не понадобилась, пострадавших не обнаружено. По звонку старшего смены карета скорой помощи пожарной службы Панамы также покинула место пожара. Спасатели закончили работу, скрутили рукава, оформили акт о пожаре с причиной возникновения в двух экземплярах, выдали ответственному ресторану, после чего покинули место происшествия пожара. Время работы пожарной службы с момента приезда на объект, тушения пожара ресторана, оформления документов составило 30 минут. Если вам потребуется пожарная машина на массовые мероприятия в Москве или Санкт-Петербурге, то оставляйте заявки, и наши специалисты обязательно вам помогут. Если понравился этот видеоролик, ставь лайк, и мы вместе поднимем ценность этого видео. Всего вам доброго и будьте здоровы!